want your body. Приехали в метро. И сейчас мы пойдем на Арбатско-Покровскую ветку. На синюю. Ладно, снимать не буду. Сейчас упаду вместе со своей юбкой. Макс сказал, что он хочет посмотреть поезд. Поэтому мы ждем, пока поедет поезд. А еще тут ветер и сквозняк. И у нас все развивается. А вон едет поезд. Ну, не поезд, метро. Вы не видите, а вы видите. Они тоже видят по ту сторону камеры. Ну, что так медленно-то? Круто. Ладно, мы пойдем. А, нам надо. Куда нам надо? Куда нам надо? Куда нам надо? Нам надо. Пойдем денежку положим. Сейчас пойдем на мой любимый эскалатор. Я в детстве почему-то его очень сильно боялся. Ну, наверное, каждый боялся его. Максимка, заходи. Опа. Мы приехали на Парк Победы. Максим, встань с этой стороны. Сейчас мы отправляемся в парк. Пойдем в парк. Я сначала могу так, ну, то, что найдем огурки, это непонятно. Вот. И поедем. Ой, и пойдем в парк гулять. I want your body. А мы все едем, едем в далекие края. Все едем, едем. Очень долго едем уже. Сколько, Макс, сколько мы уже едем? Минут 20. Минут 20, представляете? Уже едем. Короче, едем 25 минут уже. Нет, это он врет, мы едем 25 минут. Но мы долго уже едем. Мы едем 7 минут. Ладно, 7 по 5. Когда столько много, на эскалаторе не каталась. Опять мы едем на эскалаторе. Все, едем, едем. Ну тут хотя бы переход маленький. Ну, вообще классно. А мы сейчас идем на выход. На улицу. Пойдем в Парк Победы. На концерт. Гуляем. Ждите новых фотографий. Ждите, конечно же, нового блога по этому поводу. Сегодня мой шагометр будет мной доволен. Потому что мы снова идем. Нам сказали, что нам надо до конца и направо, по-моему. Или налево. Короче, не помню, ладно. Вот, ладно. Пошли искать выход. Ну, зато прогулялись и пошагали. Шлёп, 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 шлёп. I want your body. А мы и приехали. Я вспомнила, что последний раз я здесь была на последнем звонке в 11 классе. С классом мы ездили еще с Настей, познакомились с двумя пацанами. Приятно вспомнить то, что было. Где эти пацаны, непонятно сейчас. Так что мы пошли гулять. Ой, как же здесь здорово и классно. Сразу вспомнилось, так сказать, детство. Вот, вообще здорово. Часы. А еще нам дали ленточки. Судьба, моя мечта, моя война, моя любовь, моя весна, и я стена. Отчизны силы, страны собрать, так было 100 веков назад. За друга дух, за брата брат, мир этим свят. И каждый свой. Это сегодня здесь, это очень здорово. Очень здорово, очень классно. Лёшка, Воробьёв! Что страшно сюда наступать. Но я наступил просто, чтобы проверить. Так, как у вас настроение? Это мало похоже на ответ. Роман, как у тебя настроение? Понятно все, это ты их научил, да? Как провел вчерашний день, Ром?
Отлично, все ясно. Ребята, больше не учитесь у него. Отвечайте всегда: хорошо, отлично, замечательно. Дело в том, что мне безумно приятно сейчас выйти на сцену, быть с вами здесь, праздновать этот замечательный день вместе с вами, в вашей потрясной компании. Потому что этот день будет сумасшедшим. Этого я вам обещаю. Если вы готовы подпевать. Да. Так, вот здесь три человека готовы. Там подальше. Вы готовы? Да! Я не слышу вас. Вы готовы? Тогда поехали. Солнечный человек, моя родная, танцует до утра, моя жалоба. Солнечный человек, моя родная, танцует до утра. А почему вы там оцените? Давайте вот сюда ближе, давайте. Утро, как обычно, 22 часа, запрыгнут в рот. Давайте смелитесь, мы там все сердце. Закрыть глаза, улыбается. Она живет, как будто каждый вечер пятница. Одной улыбкой разрубает сердце, но она просто любит засыпать и танцевать. Она закрыт глаза, улыбается. Все смотрят на нее, и это нравится нам. Все вместе танцуют на утро. Поем! О, да! Вы знаете, мне во время того, как я был на сцене, сказали, чтобы я не подходил к краю. Чтобы я не подходил к краю. Нам здесь вот вышли и показали. Назад! Знаете почему? Я вам открою секрет. Да, чтобы у меня было чуть-чуть виднее. Привет, как дела? Как тебя зовут? Как тебя зовут? Карина? Знаешь, я первый раз оказываюсь в такой ситуации с девушкой, которую еще не знаю. Но у меня именно поэтому мне нужно было сначала с тобой познакомиться. Я такой: вот, Карин, передай привет родителям. Да, скажи, с Днем России. Громче, прямо от микрофона. Я тебя понимаю. Ты не стесняешься? Хорошо. За Россию! Отлично. Я уже не моя,
свободы нет, а мне кричит я не буду. Особенно жизни нет смысла без тебя, и моя любовь я уже не моя. И свободы нет, а мне кричит, чтобы ты-то одно, чтобы ты-то одни. Разрываясь между двух столиц, внезапно все исчезло, словно стая птиц. Руки! Где ты? Где я? Сказались тонкими нитями, разжимал свой инфицит. Потерялись и нашлись в этом вороте событий. Я не знаю, как мне быть, мои слова на их лице. Мне не найти тебя среди бетонных перекрытий. Ну знаешь... А мы продолжаем гулять. Я замерзла. Я даже пью кофе, видите, у меня кофе есть. Очень, кстати, вкусное латте. Вот. Вообще, конечно, здоровский концерт. Очень порадовал Лёша Воробьёв, Лерочка Козлова. Ну, собственно, ради них сюда я ехала. Ну, еще, конечно, время провести. Вот, сейчас там поет народный хор МВД, по-моему. Вот, а мы поднялись сюда на высоту и гуляем здесь наверху. Вот, сейчас пойдем вниз. Дождик начинается, потому что очень тучи большие. Вот, вообще, конечно, здорово. Провели мы сегодня время. Вот, Макс говорит, что я должна запустить сейчас прямую трансляцию в Инстаграме. Вот, посмотрите, красота. Очень здорово. Круто! Главное не упасть. То есть ступеньки широкие, и ты шагаешь, и думаешь, как не упасть. Вообще, честно сказать, очень много ходит одетых людей, и хочется кого-то раздеть, чтобы одеться. Вот. Но раздевать я никого не собираюсь, поэтому придется терпеть так. Ну, может быть, какой-то джентльмен предложит все-таки мне свою курточку, наконец-таки. Вот, как сегодня в метро. Я стояла, чуть не упала. И молодой человек говорит: девушка, садитесь, а то вас шатает. Вот. Макс не падает целый день. Он, наверное, спит на ходу. Вот. Поэтому, конечно, это разнообразие такое. Кто-то одет, кто-то раздет, кто-то вообще в куртках, в теплых. Вот. Вообще очень красиво провести время. О, дождик начался. Надо... Ой, благо у нас обезоночки есть. Все так смотрят на меня без окней. Господи, что я говорю? Не слышите меня? Пока мы стоим в туалете, там поет Сати Казанова. А мы пропустили. Ну, зато у нас очередь в туалет. Мы будем тут танцевать и отрываться. Макс, мы будем здесь танцевать и отрываться? Возле туалета? Мне захочется попья. Промокали, у меня не рефлекс. Потом мы хотели обойти, а там получилось, что надо где-то идти в обход. Вот мы сейчас идем в обход. Вот. Тут дальше посмотрим, что там за концерт. Может, еще на салют останемся, не знаю. Настроение. Вечера, как
упоительный просеет вечера. В закатном блеске пламенеется лето. Выступает Юлия Самойлова. Классно. Да, Макс, помаши ручкой. Концерт закончился. Время 11 час, мы собираемся домой. И решили напоследок, на улице идет дождь, у меня намочилась вся юбка. Она мокрая, мне неприятно, но от этого мое настроение не изменилось. Ой, еще у меня руки трясутся, потому что я замерзла. Вот сейчас мы идем в сторону метро, вообще классно было сегодня. А я продолжаю мерзнуть. И мы продолжаем снимать. Ой, качельки. Круто. Фонтанчики. Круто. Вся Москва горит. Круто. Руки у меня трясутся. Тоже круто, потому что я закоченела. Очень-очень холодно. А, вот чего Макс говорил, Москва горит. Вон там все горит. Сейчас пойдем туда фоткаться. Господи, как же я замерзла. Мы идем по веселому переходу. Тут музыка играет. Где-то. Где-то, где-то. А, вон. А мы приехали на площадь Революции. Сейчас пойдем, господи, короче, туда, на зеленую ветку. Так как я вообще в метро не ориентируюсь, это нормально. Поэтому слышите мою пустую болтовню. Народ, все идут, идут, все куда-то идут, идут. Домой, наверное, идут все домой, домой. А время 00 часов 40 минут. На улице идет дождь. А мы идем домой, у нас в голове сумасшедшая, но она моя, танцует до утра, поет ша-ла-ла-ла-ла. Еще Максу очень понравилась песня, которую Леша Воробьев исполнял. На стене в твоем подъезде я пишу тебе письмо. Ты обычная девчонка, я не принц и не герой. Это наш вой. Если он вам режет уши, можете выключить звук. На улице дождь идет такой. Я иду по лужам, мне никто не нужен. Мы практически подошли к нашему дому. Йоху. Наша великая страна и наш такой праздник большой. Россия, мы тебя любим. Макс гоняет на самокате, он сегодня 150 раз упал. Еще мы упали на эскалаторе, потому что мне надо было посмотреть, что у меня мокрая юбка. А мы уже подъезжали к выходу. И я, ну, поворачиваюсь, смотрю на эту юбку, короче, поднимаю эту юбку. И там уже мы подъехали к выходу, я спотыкаюсь. Ну, благо я, конечно, не упала. На улице вообще нет никого. Мы идем одни. Вообще никого нет. Все родники спят. Все спят. В домах практически нет света. А мы идем одни такие. Темнота, одна сплошная темнота. Одни машины, номера. А можно я вас, пожалуйста, остановить? Ведь не надо видеть.
want your body. Ding 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 ding. Всем доброе утро. Я иду в магазин, потому что у меня дома нет колбасы. А утро без кофе и колбасы, конечно, да. Для меня просто... Вот. Поэтому приходится сонный идти в магазин. Тишина такая. Это как мы вчера ночью возвращались, там это уже была тишина. Ладно. Буду снимать на обратном пути. Ой, а еще хочется что-нибудь сладкого. Потому что если у меня в доме нет сладкого, я схожу с ума, я не могу. Вообще хочу спать. Лечь в 5 утра, спать и встать в 10. Это, конечно, нонсенс. Очень как-то это маловато я поспала. Это все Инстаграм виноват. Потому что я вчера листала Инстаграм, а потом книжку начала читать и зачиталась. Еще хочется сказать по поводу вчерашнего. Вчера народ такой молодец был, веселился и танцевал. Мы тоже веселились, танцевали. Вот. И причем, ну, не знаю, у нас такие, наверное, стереотипы, да, вот эти в этом, в обществе, что, типа, если ты танцуешь, если ты поешь песню, не знаю, там где-то, то все, пипец, ты либо пьяный, либо ты еще что-нибудь, либо ты там накурился. А то, что у человека просто может быть, ну, отличное настроение, да, чувство праздника, это, в принципе, никого не волнует. Вчера очень порадовали две бабульки. Они вчера одна снимала, причем телефон был, ну, не такой сенсорный, а такой еще кнопочный, но с камерой, а другая танцевала. И это было очень круто. Я перехожу дорогу, перебегаю, вот, очень порадовала, я почему-то на них посмотрела и такая думаю, вот я, наверное, тоже такая буду, мы будем с подружкой отжигать, одна будет меня на камеру снимать, вот, а я буду танцевать. Девчонка вчера одна порадовала тоже, она вчера настолько устала в туфлях стоять, она сняла эти туфли, поставила рядышком и танцевала потом уже без них, отжигала под Лёшу Воробьёва. Лёша Воробьёв молодец, вчера зажёг, особенно когда он про Кристину говорил. Вот. Поэтому очень здорово. Сходила я в магазин, купила колбаски, купила картошки. Надо будет мясо с картошкой пожарить. Поэтому, люди, будьте самими собой. Не надо под кого-то подстраиваться. Не надо делать так, как все. Хочется вам, не знаю, там сделать две косички, независимо от вашего возраста. Делайте, идите. Плевать вы хотели на мнение окружающих. Кто придумал это все, что, не знаю, там, как мне сказали, тебе 32 года, а ты как, ходишь в коротких юбках. И что дальше? Я буду ходить в коротких юбках? Я хочу ходить в коротких юбках. Я не спрашиваю одеваться как бабушка. Вот. Поэтому... Надо быть самим собой. А эти всякие стереотипы и все остальное, пусть катятся вообще ко всем. Далеко-далеко. Вот. Всем приятного вторника.